Расскажи нам, пожалуйста, о себе для начала. Давай знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Зуева Настя. Я из города Челябинска, мне 14 лет. Очень приятно. Настена, смотри, скажу первое из моих товарищей тут. Во-первых, не расстраивайся для начала. Скажу, почему не повернулась и что хотела бы тебе посоветовать на дальнейший твой длиннющий творческий путь, если ты решишь по нему пойти. В чем, на мой взгляд, одна из самых таких важных штук для артиста, для большого артиста? Нужно как-то умудриться сделать так, даже при исполнении сложнейших каких-то вещей, петь и проживать это так, чтобы у нас, у зрителей, у слушателей, не возникало ощущения никогда, что тебе тяжело или сложно. Или на грани. Или на грани, да. Понимаешь, да, чтобы это было как будто бы легко. Как какие-то, не знаю, там смотришь Олимпийские игры, да, видишь спортсменов, которые, например, прыгают, невероятно берут высоты. И нам кажется, что для них это ничего как будто бы не стоит. А за этим стоят огромное там количество ночей, бессонных дней, труда, там, да, пота там, и так далее, и всего-всего-всего-всего. Вот чуть-чуть не хватило легкости, понимаешь? Мы же еще тебя не видим, мы только слышим твой чудесный, прекрасный, очень красивый голосочек. Спасибо. А тут еще такое создание прекрасное стоит в беленьком платьюшке вообще. Если бы мы видели, мы бы, конечно, не смогли бы на кнопочку не нажать. Понимаешь, просто вот чуть-чуть постарайся добавить больше легкости, чтобы было меньше экзамена, понимаешь, да, сейчас о чем я говорю, а больше получай удовольствие от того, что происходит с тобой на сцене. Ты напугалась? Спасибо. Немножко, да? Да. Да. Напугалась? Ну, сейчас, конечно, у тебя голос немножко дрожит. Выходить на сцену как на плаху. То, что вы талантливая, это абсолютно верно, и абсолютно не лезть. Мы не собираемся вас успокаивать, я лично не собираюсь. Есть набор, все, который береги, должен быть у артистов. Есть он вот весь у вас. Вот у вас. Спасибо большое. Что? Это прописные истины какие-то говорите. Да, да, абсолютно. Как да, есть. Повторяю здесь как попугай уже третий год. Да. Ты умничка, не расстраивайся, пожалуйста. Просто легче. Да? Да. И к этому моменту тоже отнесись легче. Правда, ничего в этом нет страшного и ужасного.